Привет-привет, добрый день, дорогие друзья. Я у могилы Екатерины Градовой. 6 октября, день рождения прекрасной актрисы. Все мы помним ее, ну, в основном помним ее по 17 мгновений весны. Она там играла советскую разведчицу, радистка. Так вот, с этой стороны я вам покажу. Прекрасная актриса Екатерина Градова. Два года назад ее не стало, 22 февраля 2021 года. Давайте помнить наших актеров, актрис, певцов, певиц, режиссеров. Будем не забывать их. Пока-пока. Увидимся.